этот Казантип фестивал, который можно произойти там от 20 до 30, это все идет от Америки, от Европы, чтобы влияние иметь на местных традициях, на местных нашей православной эклесии, православное право. И вот наш патриарх, святейший, блаженнейший Илья сделал заявление, что не надо этот фестиваль, чтобы произойти. Ну, к сожалению, наше правительство не выслушивает это.